Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу поговорить о том, как бы оградить себя от того, чтобы вас не обманули на Алиэкспресс или не быть обманутым, в общем, в китайских сайтах, а точнее на Алиэкспресс. Многие мне задавали вопросы: Селена, вот ты покупаешь все время товар на Алиэкспресс, у меня есть покупки, распаковка, а вот бывает такое, что не приходит товар, или обманывают, или приходит вот что-то другое. Конечно, бывает, не приходит товар, но это очень редкие моменты, потому что Алиэкспресс, он сам защищает покупателей и гарантирует, что товар придет, а если он не придет, в сроки, которые нужны, есть такая защита покупателя, конечно же, возвращаются деньги, и мне деньги возвращались. Единственное, нужно не пропустить момент открытия спора, то есть вот совсем недавно я заказывала себе на лето такую классную штуку, и она не пришла, но... Самое интересное, у меня не было просто, я сейчас пользуюсь программой, о которой я говорила вам уже много раз, и вот благодаря ей там видно рейтинг продавца, в принципе, его может быть и так как-то где-то можно посмотреть, но я не знаю где, я пользуюсь этой программой, мне очень-очень удобно и комфортно ей, я сразу вижу все плюсы, преимущества, цену, которая скачет постоянно там, да, и перед скидками, как вы знаете, а скоро у нас скидки, и перед скидками тоже бывает завышают цену, и, в общем, там вот с этой программой Алирадар, я уже о ней говорила, с ней очень удобно, потому что там сразу видно рейтинг продавца, сразу видно товары похожие, которые есть, потом, ну, дешевле, да, можно посмотреть, цена завышенная или заниженная, для того, чтобы вот просто нас не дурили, да. Но, конечно же, на Алиэкспресс все намного дешевле, даже те же магазины, куда-то я иду, просто цены в 2-3 раза дороже. Поэтому, если есть товар, который... Я вообще первым делом, если я что-то вижу прикольное и думаю, вот 100% это есть на Алиэкспресс, я, естественно, туда захожу и смотрю. И, конечно же, я вижу цену дешевле, я подожду, ничего страшного, мне не горит какие-то вещи. И потом приходит вам, и я все вам показываю и радуюсь жизни. И чувствую себя очень классно, что мне не пришлось переплачивать какие-то деньги. Сегодня я хочу вам рассказать о этой своей программе, как я ей пользуюсь, как удобно, на самом деле, смотреть, как... Я экономлю свое время и, соответственно, защищаю себя от обмана и на том, чтобы на мне нажиться. Конечно же, хочу этим с вами поделиться, чтобы и у вас жизнь была проще и, соответственно, радостней, и чтобы вы покупали товар не за завышенные деньги. Вот, сейчас мы обернемся к моему компьютеру и пройдем по нескольким товарам интересным, да, я думаю, что эта тема очень актуальна, потому что будет распродажа, скоро повторюсь, да, и какие-то товары я уже отложила в корзину для того, чтобы их заказать, и буду ждать, как раз таки буду смотреть, что там с ценами будет у нас происходить. Я бы хотела купить эти товары за минимальные цены, вот, поэтому я жду и, соответственно, пользуюсь своей программой. Сейчас мы о ней поговорим поподробнее. Пойдемте к моему компьютеру. Ну что, давайте пройдем по моей корзинке. Хотите по моей корзинке пройти? Кстати, несколько продуктов у меня уже лежит в корзине, которые я уже охочусь на них на скидку. Значит, смотрите. Вот, например, это я просто бросила, чтобы не потерять. Хочу вот такой себе диванчик надувной. Мне кажется, он очень компактный, удобный. Даже не знаю, какой цвет выбрать. Вот смотрите, как работает эта программа. Вот я открываю диванчик, да? Слева внизу вы можете видеть рейтинг продавца 70%. Красная стрелочка вверх. Это значит, что цена завышенная сейчас у него. И 25 похожих товаров, которые мы можем сравнить цены. Может быть, найти подешевле что-то. Понажимать и пооткрывать в новом окне. Так я делаю. Дальше стрелочка, здесь можно посмотреть дополнительные отзывы на Итао, но сейчас здесь нету их. Если мы спустимся вниз, то вот, пожалуйста, график очень удобный, да, сразу видно, что цена завышена, теперь снижена немножко, и как раз таки перед скидкой, ну, я надеюсь, ну, возможно, это перед скидкой оно как раз и выйдет, как и было до этого, да. Дальше справа мы видим, что продавец молодой, но надежный достаточно, да, на площадке менее года, высокий общий рейтинг, в общем, все подробности вот здесь вот справа написаны. Давайте, ну, я буду надеяться, я скидки, ой, ссылки, кстати, оставлю, чтобы вы тоже, может быть, поискали, посмотрели, если вас такое будет интересовать. Давайте зайдем вот в другое. Сейчас покажу, какой костюмчик у меня есть. Здесь, на который я охочусь. Видите, три корзинки, три продукта. Так, вот смотрите, ну этот не буду костюм показывать, вот этот я хочу.
О, вроде еще и подешевле стал. Недавно стоил 1700. Вот открываем. Открываю костюмчик. Мне кажется, этот костюм мне очень подойдет. Селена, вселенная. И такая космическая. Вот смотрите, пожалуйста, на графике сразу очень быстро видно, да, что все время скачет здесь цена, поэтому сейчас она как раз-таки в самом низу, 1681, а стоил 1862, ну, нормальная скидка достаточная. Здесь слева мы можем видеть 70% рейтинг продавца, вниз упало, да, зелененьким, 30 похожих, но я смотрела уже, здесь не совсем похожие, но тоже костюмы, кстати, очень интересно, бывает, находишь здесь то, что и не собирался даже покупать, и интересные какие-то варианты. И вот три у нас здесь есть отзыва на Итал. Вот, кстати, вот это интересное, надо посмотреть. А, так, что у нас еще ниже? Это не будем смотреть. И вот. Вот интересно, давайте тоже заглянем сюда. Значит, здесь у нас пост выставили. Какой-то, да, мы можем почитать отзывы сейчас. Вообще серебристый очень классно смотрится, смотрите, вообще супер прям. А, вот он наш костюмчик. Ну, вот здесь отзывы можно почитать. Ой, куртки разные. Классно. Я вообще сейчас много в Инстаграме вижу вот в таких звезд светских львиц. Вот в таком серебре. А мне всегда нравилось. Так, в общем, здесь, вы смотрите, еще варианты мы нашли интересные, да? Ну, а здесь также мы сможем найти отзывы. Еще та вот пишет. Наконец пришел-то костюмчик. Заставил он мне поволноваться. Напишу, за чего, а пока по костюму. На свои параметры заказывала M. Размер можно было, конечно, и S брать, но я хотела посвободнее, не в обтяг. Так, надо вот, кстати, сравнить. У меня примерно такие. Меньше. Это меньше. Она заказывала M, а можно было бы и S. А, ну да, у нее поменьше, она заказывала M. Ой, короче, это немножко костюмчик большемерочка. Вот, поэтому я вообще планирую себе L-ку заказать себе. Не знаю, что получится. В общем, вот видите, как удобно все это дело. Дальше, что у нас дальше? Давайте посмотрим, что у меня еще в корзинке, если вам интересно. Так, и еще в корзине у меня вот такой костюмчик есть. Давайте тоже заглянем на него. Вот такой вот костюмчик. Не знаю, мне вот нравится. Я люблю такие буковки. И сочетание цветов очень классное. Смотрите, а он еще, видите, здесь идет на змеечке. И вот белое под загар вообще очень классно. Тоже думаю, вот этот костюмчик, мне он нравится. По графику цена ровная. Вот, кстати, мне интересно, что будет тогда перед скидками. Может, вообще ничего не упадет. А может, если упадет, то будет еще дешевле. Это вообще будет супер. А может, завысят цены. Не знаю, посмотрим. Рейтинг продавца очень хороший. Что это такое? А, вот, значит, отзывов никаких нету больше. Ну, рейтинг продавца хороший. Цена стоит на месте, в принципе, что тоже неплохо, да, не будем обманутыми. Вот еще у нас 28 похожих каких-то. Ну, здесь, видите, другие костюмчики, потому что, видимо, такого нету уже нигде. Если нет такого, то будут похожие какие-то костюмы. Вот такое вот расширение для браузера. Очень удобное, я им пользуюсь постоянно. И мне очень нравится, она реально экономит мое время. Ну вот и все, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Надеюсь, жизнь ваша теперь станет проще и экономнее с программой AliRadar. Ссылки на нее я оставлю внизу. Ее можно скачать на Android, по-моему, там тоже приложением каким-то. В общем, это такое расширение очень-очень удобное. И я надеюсь, что ваша жизнь тоже, как и моя, станет теперь проще и удобнее. Все, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. И не пропустите распродажу. И желаю вам хороших, классных покупок. И я тоже жду распродажи. Все, пока.